Добрый день. Еду сегодня в Питер. Работу работать. Но суть не в этом. Про это позже. Хочу поздравить белорусских гонщиков и всю белорусскую команду МАЗ, которая победила в ралли-рейде «Шелковый путь». Они обставили КамАЗ. Что говорит о том, что и на КамАЗе сейчас что-то как-то все не так. Я не знаю, что не так. Я не профессиональный аналитик, что там происходит. Но КамАЗ таки не занял первое место на этот раз. Первое место занял белорусский экипаж. По-моему, пилот Вазович, если мне память не изменяет. Ребята, большое вам спасибо огромное. Я последние 2 года говорю нашим перевозчикам отечественным, что наше будущее МАЗ. Наши перевозчики все не верят. Вы подтверждаете мои слова. Итак, МАЗ победил в заездах ралли-рейда «Шелковый путь». Ребята, вы молодцы. Спасибо вам огромное. Болел за вас искренне. Добрый день, ребята. Сегодня я нахожусь в командировке в городе Санкт-Петербург и веду сегодняшнюю нашу встречу из этого славного города. Но речь пойдет сегодня не о городе Санкт-Петербург, а о городе Переславль-Залесский. Все вы знаете, что Переславль-Залесский основал дядя Юра Долгорукий. Почему Долгорукий? Ну, сами посудите. Отец-основатель основал 11 городов. То есть у нас настолько длинные и долгие руки, что мы охватим много. Так вот, и охватил много. Как говорит Клим Жуков, ищите везде финансовые уши. Ну, представьте себе, 11 городов основал Юрий Долгорукий, в том числе и Москву. Это ж сколько нужно денег, чтобы основать 11 городов и построить их? Задайтесь вопросом, откуда деньги? Итак, город Переславль-Залесский. После основания города Юрием Долгоруким, а вы спросите, наверное, а что на этом месте до этого не было никакого поселения? Знаете, поселение это слишком звучит так по-старославянски. На этом месте был целый город Клещин. И вот после основания города Переславль-Залесский, этот город прекратил свое существование. Я имею в виду город Клещин, как и легендарное племя Мере, о котором наши историки теперь говорят, что оно куда-то загадочно исчезло. Не буду фантазировать на эту тему, куда она исчезла. Вся история, сами знаете, почитайте, связана с камнем на легендарной Александровой горе. Итак, город Переславль-Залесский. Что же сейчас исчезает в этом городе? А сейчас в этом городе, ребята, исчезает культура. Да-да-да, несмотря на то, что это туристический центр, в нем-таки исчезает культура. Начнем с гостиницы «Пьер Легранд». На самом деле прекрасная гостиница, но вдумайтесь, город Переславль-Залесский, основанный Юрием Долгоруким, места, связанные с Петром I, «Пьер Легранд». Перед гостиницей стоит такой обелиск, на котором написано «Петр I, основатель спа-индустрии». Вы знаете, меня это заинтересовало, я подошел к администратору. Я истории такой не слышал. Говорю, слушайте, а почему спа-индустрия связана с Петром Первым? О, вы знаете, говорит администратор, он был в турне в заграничном. Ему там было плохо, он болел. А все вы знаете, чем болел Петр Первый. И вот он, говорит, попил водички, там где-то искупался и вылечился. Ну, само собой. Можно же представить, да, когда вас мучает итоги вот этого, чем вы болеете, хочется попить водички, ну и тем более искупаться где-нибудь. И он вылечился и стал основателем спа-индустрии. Я и не думал, что спа-индустрия основана с похмелья. Но, как водится, в допетровские времена же славяне не пили спиртные напитки. Петр I сюда притащил эту гадость. Поэтому спа-индустрия это из тех же списков гадостей, которую притащил сюда Петр I. Итак, та же самая гостиница «Пьер Легранд». В кафе, но ресторан я это не назову, можно так с приблизительной усмешкой назвать это рестораном, меню. В меню, как водится в Переславле-Залесском, такие интересные названия, как крутоны,
рваная говядина. Я говорю, слушайте, покажите мне этого повара, который порвал эту говядину. Или у вас ножей нету, я не понимаю. Ну, повара мне не стали показывать, зато показали меню и цены. Цены как номера телефонов. Вы знаете, как-то хотел покушать вечером, был в этом городе и решил отправиться на поиски, где бы можно было бы покушать. И вот, что я вам расскажу. В этом городе есть такое заведение, именуется кафе. Йоби да Йоби. Я не ошибся, ребята. Название так и называется. Йоби да Йоби. Ха-ха, будете смеяться. Знаете, какие там блюда? Кунили. Видно, мэр этого города очень любит клубничку. И вы знаете, первая мысль, которая меня посетила, это мысль о том, что все проститутки города пошли работать вместо своей профессии в общепит. Видимо, это прибыльнее. Ну, поскольку я не мэр города, я в такие места не хожу, я пошел дальше. И наткнулся на совершенно чудесное заведение. Видимо, заведение претендует на славу Макдональдса. И вот вы знаете, если скрестить название города Переславль и Макдональдс, получится Пердональдс. И вот в этом самом Пердональдсе есть чудесное блюдо, которое называется козлобургер. То ли повар такой, то ли тот, кто ест это блюдо такой. В общем, я не стал рисковать, пошел дальше. А вы знаете, в таких городах маленьких всегда у местного населения такая национальная мания, такая величие. Встречаю двухэтажное здание. На втором этаже написано «Кафе. Высоко». Но я посмеялся, думаю, ну ладно, высоко так высоко. Забрался на второй этаж по лестнице, открыл дверь, вхожу в зал. Меня встречает такой мальчик с полотенцем на руке. «Что вы хотите?» Я говорю, «Я хочу поесть». «Кормите?» Он говорит, «Да, да, кормим. А вас двое?» Вы знаете, я осекся, я говорю, «Слушайте, а у вас что, в глазах рябит?» «Да нет, я думал, может, там еще где-нибудь люди?» Я говорю, «Хорошо, покормите?» Он говорит, «Покормим. Садитесь». Ну, я сел, мне дали меню. Я смотрю, о, хорошо, уже так в мечтах. Думаю о том, что я сейчас там котлетки, капустка, картошка, все вкусно. Набрал, что мне интересно. Через 5 минут подходит мальчик, я ему объясняю, говорю, ну вот мне вот это, вот это, вот это. Он говорит, вы знаете, а из еды у нас только пиво и чай. Мне стало смешно. Я говорю, слушайте, ну я же у вас спросил, можно ли поесть? Вы мне сказали да. А потом вспомнил, когда он меня спросил, а вас только двое? И тут я понял, что лучше здесь не оставаться. Пошел дальше. И вы знаете, в таких городах маленьких население, оно меряет расстояние не в километрах, не в метрах, а в минутах. Встречаю молодых девочек, куда-то идут по делам, я не знаю, на дискотеку, на вечернюю, а дело было вечером. Останавливаю, говорю, спрашиваю, говорю, девчонки, а поесть где здесь можно? О, это, говорит, далеко. Я говорю, насколько далеко? О, это 10 минут туда по прямой. Ну ладно, делать нечего, иду туда по прямой 10 минут. Ну и пока шел, наткнулся на такое заведение, как «Сытый ежик». Ну, знаете, раз по пути попадается какое-то кафе, есть соблазн зайти. Но опять же, кушать хочется. Захожу, думаю, ну ладно, хватит путешествовать, и так достаточно далеко ушел от гостиницы, покушаю. Останавливаюсь в этом кафе, захожу, спрашиваю у официанта, можно ли поесть. Да, садитесь, все нормально. И, не подозревая ничего, выбираю там себе блюдо. И вы знаете, когда мне принесли эти блюда, я понял, почему называется «Сытый ежик». Вот такая вот посудина, вот такая большая сковородка и вот такие маленькие две котлетки. То есть, в принципе, заведение, ну, явно не под мой размерчик, что называется. Да, так вот, глядя на этот город, понимаешь, знаете, там, Виктория Плаза, гостиница, Переславль-Залесский и Виктория Плаза. Понимаешь, что культура в этом городе умирает, что преклонение перед вот этим вот Западом, помните, как у Задорнова, из грязи в князи, вот преклонение перед Западом, непонимание своих корней, оно наносит только вред, но народ этого не понимает. Сам мэр, вы знаете, куда вы ни пошли в Переславле, вы за все будете платить. К синему камню,
пожалуйста, вход только за деньги. Национальный заповедник, вход только за деньги. То есть везде только за деньги. Слава богу, еще на Александрову гору бесплатно пускают. Но вот то, что творится в городе с ресторанами, с гостиницами и так далее, это, конечно, удручает. Я не знаю, знает ли об этом мэр. Да, я думаю, знает. Но вот это заведение в стиле йоби да йоби с такими блюдами, как куни-ли, это говорит о многом. Это говорит о том, какая высокая культура в этом городе. Несмотря на то, что в этом городе существуют такие памятники старины, как Никитский монастырь, допустим. Вы думаете, только Переславль-Залесский блещет вот такими вот нюансами? Да нет, ребята, это сплошь и рядом. Просто мы отвыкли на это реагировать. Ну а на сегодня все, ребята. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго. Да. Охренеть. Вот это погода. Включаем заднюю противотуманки. Передние фары головные. Просто задница творится. Это, ребята, я еду из Питера. Вот это путешествие нынче. Ну а поскольку у нас рубрика, ребята, психопанорама, то могу дополнить эту рубрику. Мясной магазин. Такая реклама на входной двери. Календарь. Часть закрашена красным, часть закрашена зеленым. Написано: рабочие дни мясного магазина. Догадайтесь, по каким цветам они работают. Помните, как у Михаила Задорнова послали меня на склад проверять коробки? Одни я пометил буквой Х, другие я пометил буквой П. Догадайтесь, какие выкинули. Второй вариант нашей психопанорамы, точнее, второй сюжет. Ну, мне различные звонки поступают, да? Поступил недавно вот такой звонок. Я такой-то и такой-то, мы тут там-то и там-то осматриваем машину такую-то и такую-то. У нас работает с нами диагност. А вы не подскажете, куда ему смотреть в диагностике, чтобы понять, насколько хороший или плохой автомобиль? Ну, это вообще, конечно, но этому нет предела. Полный беспредел нашей психопанорамы.